شاهد هذا الفيديو لقس نصراني يقول أن من سيرث الأرض ومن عليها هم المسلمون والسبب ما يفعلونه. فلنشاهد هذا الفيديو. Сегодня ко мне одна пожилая женщина подошла и говорит: «Батюшка, объясните мне одну вещь». Я говорю: «Ну давай, попробуем». Что иногда бывают такие вопросы задают, что и не ответишь. Вот я, говорит, когда, ну она уже пожилая, говорит, когда мне нужно в храм, я поднимаю руку, останавливается машина, и меня везут. Если за рулем мусульманин, он с меня денег не берет. Говорит, ну не может сын брать деньги с матери, тем более, когда она едет молиться. А если останавливается русский, крещеный, то он говорит, это моя работа, и берет деньги. А я говорю, да очень просто. Эти мусульмане гораздо ближе ко Христу, чем те крещеные водители, которые, может быть, даже когда-то в церковь приходят на Пасху там или еще что. Потому что в них нет ни милостыни, ни жалости, ни милосердия. Вместо того, чтобы уцепиться за бабушку и сказать, а дай я тебя еще покатаю, давай я тебя и в прачечную свожу, и за квитанцию заплачу, давай я тебя в магазин свожу, и сумки отнесу на твой этаж. А если у тебя там лифт, ну, до лифта. Потому что это есть угодно Богу. И вот так интересно. То, что угодно Богу, современный мусульманин знает. А то, что угодно Богу, современный крещеный не знает. И кто же ближе к Богу? Поэтому будущее за этими мусульманами. За ними будущее. Они будут населять эту землю. Потому что современным крещенным это все не нужно. Они и горячие, они и посты соблюдают. Когда их праздник, люди боятся даже в этот квартал заходить, потому что десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько православных мужиков? Нигде. فعلا من سيرث الأرض وما عليها هم المسلمون بشهادة رجل نصراني. لا تنسوا حطوا لنا لايك وتكتبوا لنا تعليق حلو مثلكم ليصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس، لأنه الدال على الخير كفاعله. كنت معكم أنا أخوكم نورس المجارحي، أحبكم في الله.